Не смей жрать весь бекон на одну харю! Ам-ням-ням! Пофиг! Ням-ням-ням! Перестань валять дурака! Что, слишком трослив для того, чтобы сделать это? А? Возможно. Вау, похоже, ты решил последовать моему совету и наконец заткнуться. Как грубо. Объяснение для тех, кто не понимает от жестов. Томас сказал, я надеюсь, ты будешь подыхать в огне. Вот такой он слово сказал, спаси за внимание и продолжим. Во сколько ты обычно засыпаешь? Тогда, когда будет угодно Богу. Мне не нужен парень, мне нужен психотерапевт. Привет, давай будем друзьями. 5 минут спустя. Нет, Торт, я думал, мы друзья. Ты был жестокий. А как насчет напитки? Я думаю, что в игру я первый займу. Чего? А ты, Торт, будешь у меня страдать. На самом последнем будешь, лузером. Тихо, не палимся, смотрим карту, пока не отвлекаются. Первое место. Второе место. Третье место. Четвертое место. Что? Как? Я же... С чего? Просто признайся, Томас. И тогда ты не можешь выиграть с чем-то. Том! Чего тебе? Хопа. Тимок. Чистим зубы, чистим зубы, думаем, чистим зубом. Чёртов коммунизм! Том? Сегодня на улице лед как из ведра. В такую погоду я никогда идти не хочу. Но мне надо идти охотиться за новыми жертвами. А то уже есть хочется. Раз такое дело, то можешь со мной переспать. Блин, что я несу? Нет. Я не стану не поискать друзей, даже если буду подыхать с голоду. Придурок, я же пошутил. Не воспринимай это серьезно. Я бы все равно даже под утреннее расстояние не занялся с тобой. Подобное уж такому. И вот, почему его слова меня так расстраивали? Это как нож в сердце. Хей, Эд! Том? Я не могу уснуть. Можно поспать с тобой? Ну, конечно, можно. Средняя школа. Хей, Том! А? Поделишься со мной одеялком? Я забыла свою дома, а спать без одеялка мне страшно. Ладно. Спасибо, бро. На утро. Как это получилось? Спасите. Несколько лет спустя. Хэй, Эд, можно я посмотрю с тобой? Конечно. Лёг. А потом они долго спали. В обнимку. Вот и настал твой час. Но прежде чем мы убьем тебя, мы исполним одно из твоих желаний. Не убивайте меня. Пожалуйста. Я слишком красив, чтобы умирать. Ладно, хорошо. Удачи тебе. Прощай. Лол. Твою матушку, ты все еще вампир. Да пошел. Без разницы. Не будь придурком. Тебе жалко меня? Тебе? Да еще и меня? Хватит. Торт, это ты? Это же ты, верно? Бля, как ты меня спалил. Из тебя 4 километра пахнет вонючим говном твоим хитаем. Чертом! Тебе нужно повзрослеть. Вот Торт ведет себя уж очень умно. Он взрослый. Я вырос, смирный. Ох, черт. А теперь беги, пока можешь. Уже бегу за колой. Хей, ты не против, если я спрашиваю тебя кое о чем? Конечно, нет. Спрашивай. Ты как бы... Ты никогда не думала... Ты знаешь. О чем ты? Девушки. О том, нравятся ли тебе девушки. Передо мной уже та девушка, которая мне нравится. Придурщица.